Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятое Сокровище 2. Ну что, 16 уровень, пригород. Король таки сумел увести из-под носа наших прислужников несколько камней. К счастью, доставить камни в замок люди еще не успели, и хотя они хитро расположили камни в трех пещерах, наши прислужники их защитят. Но придется попотеть. Да уж, утешили прям, блин. Так это еще что такое? Академия волшебства. Храм теологии, магии и наука. В этом месте ученые мужи королевства ломают голову над разными дурацкими бесполезными изобретениями. Академия волшебства. Блин, ну... Так, минус 25% атакующих, плюс 100 золота. Ага. Что у нас? Блин, три камня. Всего три камня, блин. Ладно. Сделаем вот так вот для начала. Откуда они пойдут? Я так понимаю, вот отсюда, наверное, да? Блин, вот этот кристалл самый ближний получается. Ладно, давай хотя бы глянем. Так, воришки. Они с двух сторон, оказывается. Ну, это, ребят, что-то... Это жестко будет. Тогда получается. Это будет совсем жестко. Ладно, давай в бой. Блин. Ну слишком близко, ребят, кристалл стоит. Отсюда, тем более, они с этой академии, что ли, выходят? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Нет, ну ты посмотри на них, а. Слушай, а здесь случайно не эти ли полетят? Блин, тут же, наверное... Тут, скорее всего, друзья, полетят гарпии. Ну, есть. Давай. Нормально. Так, прокачиваем это все дело. Так, гварды. Дай-ка я сюда, наверное, вот так вот поставлю башню. Ну куда ты? Так, а дальше? А вот дальше как раз полетят те самые валькирии, про которые я говорил. Не дай бог. Ну да, именно вот по этому пути они и пойдут. Я надеюсь, они... Ну-ка, верни обратно. Да. Дело дрянь получается. Друиды. Ну. А здесь летает. И еще и с этой стороны, ты серьезно? Понял, почему нам, ребят, сказали, придется, блин, попотеть. Вот именно поэтому нам и придется тут, блин, попотеть. Так, это у нас... А это кто? Ребята, там следующий будет новенький какой-то у нас. Я его раньше не видел. Новый враг. Так, ладно, с гвардами. Ну? Слушай, да-да-да, у нас же отравление работает, точно. Я думаю, что там за лужа такая выпадает? А это как раз то самое отравление. Так, если сюда, например... А есть ли смысл? Нам есть смысл вот эту вот штуку захватить. Вот это вот есть смысл. Ребята, новенькие какие-то. Кто это такой? Конструктор королевских механизмов. С помощью бомбы создает облако дыма, в котором ничего не видно. Отличный кандидат в работники лаборатории нежити. После смерти, конечно же. Так, любая достаточно развитая технология отличима от магии. Кидает бомбу, которая создает облако дыма на 4 секунды. Враги в этом облаке невидимы для нас. Меня вот это вот совсем, ребята, не устраивает. Да пошел-ка ты обратно, а? Да,
Если такие дальше хламоны пойдут, я не знаю, что мы будем делать. Вон тут уже, видишь, идут. И тырит, тырит, и бежит, главное, сломя голову, а. Да ты достал тут призывать своих этих тырков мелких. Ой, я не знаю, что дальше. Так, это у нас тоже еще один гвард. Я, наверное, здесь никогда не смогу, да, захватить, получается. Ну, этого-то бомбить будет кто-нибудь. Одних баллист наделал. Так, ну правильно, ребята, одних баллист наделал, потому что... А без них тут делать нечего нам. О-о-о-о-о-о-о. Конечно же, воры. Так, тут надо контролировать, ребята, чтобы они не утащили. Они утащили. Обратно потащил. О-ля-ля. Видишь, опять. Своими, блин, изобретениями достали уже. Ну, серьезно, ребят. Так, а здесь-то? Ёк-макарёк. И ниндзя, да? Куда ты потащил-то? Вот так вот, ребята. Воруют они потихонечку нас, воруют. Да я бы даже сказал, не потихонечку, а конкретно воруют. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди секунду, надо что-то здесь предпринять. Я, правда, пока не знаю, что именно и как. Друид, что ли, пойдет сейчас? Ну и что, да, что вот ты дальше предлагаешь? Сейчас пойдут гварды. Баллисты, давайте бомбите по ним. Без устали бомбим. Так, хорошо, здесь справились. Так, вот здесь вот знаешь, почему надо поставить, ребята? Несколько вот таких. Блин, да куда ж ты её поставил-то? Вот сюда вот поставь ее. 150 монет. Манна. Манна по фулке. А это полностью наша, да, захваченная получается, ребят. Значит, отсюда никто не должен появляться. Логично? Логично. Но куда? Не позволим, не позволим, не позволим им пройти. Завалить его, отлично. Так, здесь улучшаем, здесь улучшаем. Как-то вот тут вот, блин, маловато, если честно. А если, блин, лесу не поставить? Ага, ниндзя. Друзья, ниндзя. Да как они так долго невидимыми становятся-то? Объясни мне. Блин, зря использовал только заклинание.
Так, тут еще 200 маны нужно. Так, опять ниндзя. Ну, не пройдет? Нет, не успел взять. Пока все идет хорошо. Ребят, только проявляется, они, мы сразу по ним атакуем. И, как ты видишь, они ничего не успевают утащить. Опа, опа. Давай обратно сюда к нам, пожалуйста, ее. Есть. Так, улучшение. Здесь, наверное, сделаем вот так. И вот так. Массовую поставим. Друиды. Твою дивизию, он меня обманул. Но он же выходить будет через передние же ворота, по идее, да? Друид, куда пошел? Такой наглый прямо, а. Здесь не хватает. Баллисты штудируют со всех сил, ребят. Со всех сил, со всех своих мощных пушек. И, слава богу, справляется. Поставим сюда, наверное, еще одну. Куда же тебе? Лес этот убрать, что ли? Сюда поставить? А огненную... Смысл здесь огненную ставить, если она, друзья, не достает даже? Да куда мне нужно? Так что это беспонт. Вот это вот отхиливание, вот это и просто раздражает. Давай, 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 уничтожаем, уничтожаем, уничтожаем их здесь всех. Всех до единого. Слушай, ну баллисты, вот здесь вот баллисты очень, ребят, хорошо бомбят. Я бы сказал, даже как нужно. Так, опять друиды. Они так мало получают урона, а? Мне это прям вот совсем не нравится. Давай, 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 убегай. Здесь. Отлично, подбили. Этого тоже подбили. И этого тоже. Нормально. Лучше даже, чем я ожидал. Идем. Так, прокачаем здесь, наверное. Ну куда ты? Куда ты разогнался-то, парень? Бежит уже, сломя голову. Лишь бы хапнуть. Лишь бы, друзья мои, захватить ему, да? Но у нас, благо, все вроде бы получается. А вот теперь будет плохо. Теперь будет, ребята, плохо, потому что сейчас придут элементали. У меня маны не очень много. А, они еще элементали здесь не одни, ребят. Зашибись. Одного ушатали. Так, ну этот, я думаю, может быть, даже и возьмет, но он оттуда не выйдет. Это точно тебе говорю. Пугаем. Чего он там? Типа обронил? Увидел, что обронил кристалл и пошел за ним. Ну и, соответственно, ребята, все. О, мы прошли. На 3 звездочки и есть. Так, значит, прокачиваем. Это что у нас? Всебашний орков получает дополнительные 14% нанести двойной урон. Враг так, враг сраженный башней орков породит яблоко. Дополнительный опыт каждые 7 секунд. А вот тут что у нас? Уменьшается стоимость заклинания ужас. Вот, кстати, заклинание ужаса надо нам и прокачать. А это что? Башня нежити имеет 5% шанс нанести урон равный 10% максимального запаса здоровья цели, не работает на боссов.
не работает на боссов. Ботанический сад. Следующие три камня расположены в живописном королевском парке. Большая удача, что слуги короля добавили разные виды почв в этот парк. А вот водные каналы и академии тут весьма не кстати. Ёпрсоте, эти две академики еще будут здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, тут столько этих. То, что разные почвы, то это, конечно, понятно, но вот тут вот 100% будут лететь горгульи. Я прям нутром чую, что они будут здесь лететь. И вот здесь, соответственно, тоже они будут лететь. Так, вначале крестьяне обычные. Ну, я... Так, что это у нас тут? Ох ты, дает 1000 золота. Или восстанавливает полностью манну. Ага, крестьянинов. Надо бомбашить, есть, не успели. Так, теперь воришки. Блин, вот эти штуки надо убирать. Обязательно нужно их убирать. Тем более, как ты видишь, тут эти лекари идут. Совсем не есть хорошо это. Ой, как это нехорошо. Я могу, конечно, 1000 золота сейчас, ребята, получить. Если захочу. А вот захочу ли я? Как бы, по идее, надо. Иначе враг-то тут... Слушай, может быть где-то... Сколько тут вообще? Еще два кулака, да, надо? Ну, два кулака, две прокачки, ребят. Гварды. Видишь, тут помимо этих алхимиков, если мы не успеем захватить, то пойдут отсюда эти инженеры. А я вижу, там еще элементали грозовые пойдут. Ёпрсте. Совсем дело дрянь. А вот, ребята, и гарпии. Они, наверное, пойдут по воздуху. Да. Они пойдут по воздуху, но обратно они будут идти вот здесь вот. Так что это наш шанс их здесь уничтожить. Да. Именно то, что нужно. Так, три кузнеца еще будет. Три кузнеца. Слушай, по-моему, вот самое нормальное, это вот именно башни орков. Или они потому, что у меня прокачаны? Хорошо. Бомбят-то, посмотри как. Да, наверное, из-за того, что мы их прокачали. Немножко, но все-таки прокачали, ребят. Так, здесь еще один кулак. И, в принципе, эта башня уже не будет тут активная. Вот эти вот плохо, ребят, что очень долго накапливают энергию. Ну, давай, есть. Так, 365 монет. Куда ты разогнался, парень? Куда разогнался? Так, эту я прокачал по фулке. Баллисту, наверное, возьмем. Это взято по фулке. Вот это вот надо будет потом брать. Почему потом? Сейчас возьмем. О! А вот, ребята, и инженеры. Твою дивизию. Сейчас будут бросать свои пробирки. Вот они, уже кинули их. Но мы-то знаем, что делать надо, да? Один, ребята, все-таки утащил в бой. Слишком близко она стоит. Комары тут еще разлетались. Ну, не дайте курицам пройти.
уже хотел, думал. Уже на изготовке просто стою, ребята, выжидаю. Вот куда ты потащил? Коряга ты несчастная. Взял, главное, тащит уже, довольный. А вот элементаль. Нафиг, одну башню надо, ребята, уничтожать. Достанут просто-напросто. Вот это вот уже плохо. Да уничтожьте вы этого элементаля-то, ну. Красавчики. Так, здесь ботаника больше не будет. Остается вот это вот нам захватить. А кто... Куда ты схватил? Потащил уже. Ребят, нет, придется все-таки брать. Иначе не справлюсь. Ой-ой-ой, как же она близко стоит-то, а? Не дошел, да, чувачок? И этот тоже не дошел. Ну и слава богу. Но все равно как-то вот хочется их пораньше уничтожить. Так, склеп страха. Хочется их пораньше, чтобы они вообще ничего не успели сделать. Видишь, как-то не получается. У меня так манна улетучилась быстро, да ну нафиг. Захотел чего. Есть. Так, опять маги. Склеп страха. Да как ты меня вот тут не могу прямо. Вернул обратно все это. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так. Вот это да. А это кто еще такой? Творение инженеров из секретных королевских лабораторий. Не знает страха, летает. Оснащен одноразовым устройством невидимости. Вы признаны несовместимым. Удалить, удалить, удалить. И, так умеет преодолевать водные преграды, но только если не несет камень. После первого же повреждения исчезает из виду на 5 секунд. И этого врага нельзя напугать. Хе-хе. Ну тебя-то можно же напугать? Упс. Ну? Эх, смотри, 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 как он... Ай-яй-яй, ребята. Ну, что, блин? Вот так вот взяли тупо просто и позволили ему пройти, ребят, с кристаллом. Идиоты, блин. Просто идиоты. Трех слов нету. Че теперь только вот эту надо как-то оборонять? Тут уже все, тут уже бесполезняк, блин. Это друиды. Вот что хотят, то и творят. Да положите вы на место кристаллы, а.
хмыри, блин, болотные. Положи на место. Ниндзя. Что может быть хуже, ребята? Только ниндзя. О, все. Мы потеряли еще один кристалл. Слушай, ну это вообще какая-то, ребята, туфта, блин. Ну ты смотри, что творяет. Вот с одним кристаллом я здесь должен это, ага. Нет, у меня не получится его защитить, к сожалению, ребята. Тем более, когда эти чуваки не боятся страха, и маги тут еще их ускоряют. Да. К сожалению, фейл. К сожалению, ребят. И всему виной это именно вот эти вот чепушилы, которые делают дым. В этом дыму я ничего не делаю. У меня нету против дыма ничего абсолютно. И это бесит. Ну что, друзья, на сегодня тогда мы, наверное, закончим. И увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока и удачи.